Петропавловске жители жалуются на состояние новой многоэтажки. Люди говорят, что задыхаются в собственных квартирах. Всему виной заполненный нечистотами подвал. Кроме того, дожди обнажили еще один недостаток. В доме протекает крыша. Из-за этого в помещениях оцарели стены и потолки. Жильцами, которые долгое время ждали новое жилье, встретилась наш корреспондент Нургулялина. Это полностью заражение дома. В основном вот здесь еще, гляньте, прям рушится фундамент от этой плесени. Многодетная мать Регина Жамангереева 15 лет стояла в очереди на жилье. И вот в начале этого года она получила заветные ключи от квартиры в новом доме. Однако ее радость быстро сменилась разочарованием. Многоэтажка оказалась проблемной. Жильцов, поселившихся на первом этаже, ждал крайне неприятный сюрприз, говорит женщина. У нас сырость идет полностью по домам, портится мебель новая. Мы к центральной канализации не были подсоединены. Все фекалии, все, что сливы, все оставались у нас в подвале, собирались эти скопища. Запах стоит невыносимый у нас в подвале. Тот же запах заходит к нам через вытяжки в квартиры. Анастасия Ковалева, будучи сиротой, 13 лет стояла в очереди на жилье. В марте она заселилась в долгожданную квартиру. Девушка живет на 5-м этаже. Говорит, почти сразу выявились недостатки. Из-за просадки дома потрескались стекла в комнатах, как дожди протекает крыша. В связи с этим у многих жильцов отсырели потолки и стены. По словам Анастасии, коммунальные службы не устраняют проблемы своевременно. С июня подаем заявки, говорят, ждите, ждите, ничего не меняется, ничего не делается. И мы также платим арендно-коммунальные, мы платим ком-услуги, КСК платим. И в итоге у нас просто эти деньги уходят куда-то. Очень обидно, что столько лет ждали и к нам так относятся, наши проблемы не решают. Представители акимата отмечают, что дом находится на карантинном обслуживании, поэтому жителям не стоит беспокоиться. По данным специалистов, подрядчик готов устранить все проблемы в ближайшее время до прихода зимних холодов. На сегодняшний день от жителей поступили ряд жалоб, по которым подрядчик сейчас начинает исправительные работы. И до 8 ноября все работы будут завершены. Есть гарантийный срок. В рамках гарантийного срока подрядчик обязуется сейчас все исправить. Добавим, пятиэтажка построена 2 года назад. Заселять людей в нее начали только в конце прошлого года. 100-квартирный дом длительное время простоял без ввода в эксплуатацию из-за отсутствия инженерно-коммуникационных сетей. Нургулялина, Асар Ербулан, телеканал Алматы, Североказахстанская область.